Если ты не гей, то на лайк нажми скорей. Хай, дорогие друзья, всем здорово, на связи Леха Такс и Димон Дизари. Сегодня у нас битва контейнеров, то есть это битва людей, которые на контейнерах открывают контейнеры, что, собственно, логично. У нас по 25 миллионов, и кто круче сегодня откроет контейнеры, кто уйдет в больший окуп, тот и побеждает. И сегодня мы делаем ставки. Я, в общем-то, ставлю скин Суперсуса, а Димон вертолет. Если я выигрываю, то я забираю вертолет, если выигрывает Димон, то он забирает скин Суперсуса. Все предельно понятно, но мы погнали открывать контейнеры, Димон. Че, деньги-то погнали. Есть у тебя, хоть 25 лямов? Конечно, ты же сказал, что у нас по 25 миллионов. Быть ты борода, конечно. Да. Что происходит, блядь? Ты бы видел меня от первого лица, что было? О, так тут Димон 2 дубайских, я тогда забираю один, а ты второй, короче, вообще нормальная тема. Давай, давай, давай так, короче, я сейчас самый первый возьму. Все, битва начинается, пацаны, ставьте свои ставки, ставок больше нет. Я отвечаю, что сегодня должен выиграть я, потому что... Мне кажется, если мы с двух контейнеров не окупимся, нам выпадет два раза... Ну, кстати, да, мы можем реально сейчас закончить всю серию, если два конта просто нас сразу выкинет. Но мы на такое не рассчитываем, мы рассчитываем на долгую серию с очень жестким окупом. Давай, знаешь что, как пульсовать будем, типа, все суммы, или просто по итогу... По итогу, уже, когда закончим, давай, давай, смотри, 10 дубайских и все, 10 дубайских, это первый. Мы тогда так же считали. 5 миллионов, 10 дубайских, да, конечно. Ну, мы можем это сделать, попытаться, то есть край 10, то есть если 10 не прошел, значит все. Контейнер, и у меня... У меня Ягуар, бля. Знаешь, какой у меня плюс? Какой? Знаешь, какой у меня плюс? 1 600 000! И что ты выбил? Это плюс не с конта, это плюс в целом. У меня, короче, плюс 3. Четырехдверный, 124-й, 4-й. Плюс 3 у меня, так что 1-0, 1-0. Давай так считать, слышь. Давай так считать, реально, у кого по деньгам. Давай, 1-0 тогда в мою пользу, у меня 3 ляма стоило. Субару такой, знаешь, говорит, ладно, ладно, типа, забирай контейнер. Ладно, я тоже забираю китайский тогда, слышь, давай тогда китайский откроем 2. Чтоб давай, счет был давай. Ровный и правильный, собственно говоря, давай, справедливый. Вот. А я 2 ляма поставил, кстати. На этот ну, момент. Это насрать, сколько ты поставил, это дело твое, на самом деле. Ну да, главное, что нам выпадет. Главное, отсюда, что ребят. Ты болеешь какой-то короной, что ли, бро? Да не короной, бро, я болею. Да, короны точно, да? Форточка, видел. Застудился? Чего? В Жигулях у тебя там окошко открыто было, курил в окно, так и скажи. Да, сука, он и тут опять выпал, опять тот же самый. В смысле? Лёх? Да тот же самый, по-моему, даже номера... А че он тут дешевле на 100к? Что выбил? Кто выбил, блядь? Да Мэрс 4-дверный, 124-й, опять выпал. Сколько ты получил? 1 500 000 с него. Блядь, за мной приехали, слышь? Хана тебе. Ну-ка, давай, за мной приехали, за мной менты приехали. Они спрашивали, арестуешь его. 1-1, Леха. 440, а у тебя сколько? 1 500 000. Ну да, продать в порту. 1-1 тогда получается счет. А бабок у меня 14 лямов осталось. Серьезно? Да. У меня 14 600. 2 дубайских, Дима, 2 дубайских. Забирай тот, который 2 рядом. 2 дубайских? Сзади, давай, сзади, сзади тебя. Ты куда бежишь? Ты сюда бежишь, ко мне, я тебя это вижу. Это не я, это не я, я вот... Как ты меня обманываешь, блядь, это не ты. Че, не знаю, как ты выглядишь? По-моему, нет. Он там, райдер приехал, смотри, райдер приехал. Сейчас он заберет у тебя контейнер. Так что тебе нужно короче, побороться. Короче, стоит, все. Кто мне не забирает никто контейнер, Леха там с кем-то ведь разговаривает. Я не могу. Вот у меня такое ощущение, что я сам заболел, когда я слышу его голос, пацаны. Я не знаю, да? Что за фигня. Да, у меня такое же чувство, что у меня тоже как-то... Ну, я просто через нос разговариваю. Да, и мне тоже возможно. Кажется, что я так разговариваю. Но хотя я нормально, ну, типа, не болею, ничего. Блядь, ладно. Ладно, я, короче, 4, 3, 2. 10 пачек сигарет за ночь выкурил, ребят, поэтому у меня голос такой стал. 10 пачек? Нормально, серьезно. Серьезный человек. Ламборгини я выбил. Да пошла ты в жопу! Ну какого ч... Третий раз ты падаешь мне говно из жопы! 15 миллионов 200 тысяч у меня, у тебя чё? И с каждым разом она дешевле стоит! Что там? Купешный 124-й черный Мерседес. И сколько он стоит? Миллион, он стоил 1 600 000, потом за 1 500 000, а сейчас 1 400 000 вообще стоит. Что это такое? Блять, реально? Он меня достал, я ненавижу. Тебе на Европу хватает на транспорт? Я вон пойду этот открою. 2, получается, я вертолет свой сейчас проиграю. Да уйди ты, Джеймс, пожалуйста. Допустите меня, я хочу забрать. Натуре, давай открывай, не, у тебя есть шанс засейвиться? Конечно, есть у меня шанс засейвиться. 2 ляма оставлю, надо Субару забрать. А сколько у тебя вообще баланс? 3 миллиона, он перебивает, смотри, он вообще охреневший. Давай я ему за 3 миллиона? За 2 500 отдам. Ну, если ему отдам за 2 500, тогда он это... Давай посмотрим, бля, мне интересно. За 2... Мне тоже надо, соответственно, тебе... китайский открыть будет в таком случае. А, ну ты не открыл смотри. Его, да? Ты ему просто но цену повысил. Ну да. Но мне же похуй. 110 000 слить надо.
110к это нормально, он как бы какан написал. Я понимаю. Сейчас прикинь ему это, бибика падает за 800. Давай глянем, блядь. Давай. Ну-ка. Бля, я почти нахуй поверил. Ну ладно. Короче, один китайский, Дима, ты можешь его забирать, я открою дубайский, пацаны. Я открою дубайский. Забирать, короче... Очевидно уже, что Дима, скорее всего, у него шанс на камбэк все меньше и меньше. Но он у него есть, не забывайте, он у него есть, у него 3 миллиона, это 2 китайских конта как минимум должно хватить ему, да? Ну, да, все, я делаю ставочку, ребята, 2 миллиона, как бы, не по минималке, чтобы людей сразу это отторгать. Вот. Ты, короче, со счетом считать это полная хрень, потому что мы открываем разные конты, это несправедливо считать. Поэтому я все-таки думаю, по итогу общей серии, да, когда мы закончим. Чекай, мне опять сейчас выпадет 124-й черный Мерседес 4-дверный. Ну, с китайского не так обидно, как с дубайского. Ну, если мне Субару отсюда выпадет, тогда получается, я просто заберу... Феррари. У тебя есть Феррари. В 40-я? Ну, если бы. Так она 7 миллионов стоит. Там есть соседний дубайский, который, кстати, забирает чел. И что, я заберу? Продать, что там? Конечно. Херня, дай на последние бабки поставлю, брат. На последние бабки поставлю. А у тебя еще 12, есть бабки, чтобы поставить. Давай 500, посмотрим, раз, что... два, три. Ну, Леша, я 12 500 поставлю, все, а следующий ты заберешь. Давай так договоримся. Я уверен, что там что-то жесткое. Говно какое-нибудь жесткое. Тебе бы выпало, а мне четкое. Есть разница, понимаешь, есть. Если плюс, то что? Я ебал, короче. Я думал, мне какие-то условия предложат. Типа пополам поделим, там, я не знаю, скинешь там 100 тысяч. Что-нибудь такое. Но он ничего не предложил, поэтому, в общем-то, пацаны, сейчас будет плюс, а он ничего не предложил. Такая вот ситуация. Смотрите. Блядь. Да, 19, нормально. Ну, в плюсе, слушай. В плюсе, блядь, сойдет. Я думал, там этот, понял, С-класса басанский. Денег теперь китайские не будут спавниться, а вот... Серьезно, нет китайских? Они же всегда как говна насравшие, всегда их много. Ну давай, я буду теперь, ребята. Пацаны, я открываю еще один очередной дубайский. Ты будешь просто смотреть? Я почту России пойду. А баланс-то какой у тебя? Баланс? 3 миллиона 200. 3 миллиона, у меня 20. То есть никто из нас не в плюсе, вы понимаете? Да, я почту России. А еще и Дима вертолет просрет. На вертолете лететь, конечно, солидно. Трындец вообще. Вертолет-то 20 лямов стоит. Ну, бля, Дима, 20 лямов, ну же, блядь. Ты просто за одну серию меньше больше всираешь. Что, у меня денег? Ну, ты, блядь, хочешь мне сказать, что 20 лямов для тебя деньги сейчас? Ну, вообще-то, да. Тут школьники выигрывают по 50 за... Тут и 10 лямов на сервере деньги, как бы можно и тачку, и квартиру... Дима, я зову тебя сюда. Зачем? Сейчас я почту России свою открою. Да, ну, глянуть просто. Ну, сейчас я... О, 99-я выпала. Да, Дима, ну... У тебя что? У меня Бугатти. Да пошел ты в жопу. За 40 лямов, прикинь. За 40 лямов. Вон, Леш, ну вот Леше повезло сегодня гораздо больше. Бля, ну иди, Бугатти иди очень... Блин, чё, Бугатти, ты, если... Слышишь? Бля. Дубайский, давай сюда, давай. Давай. Слушай, а Бугатти это хорошо, то есть я в плюсе пока, бабки есть. Давай ты мне его откроешь. Тебе? Да. Ну, давай, чисто, ну давай, ну чисто по-человечески там... давай. Же денег у него так нету больше, блядь, это последние у него были. Да. Чисто по-человечески Димону открываем, бля. И все, что выпадет, Дима решает либо продать, либо забрать. Ну да. А я смогу забрать интересный или нет? Подожди, у меня же 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если ты можешь открывать, значит 10, ты можешь 11, забрать. 12, 13, 14, 15. Ты не был слотов? Нет, да. Еще 2 слота есть у меня. Ну вот, так что ты можешь... Но Бугатти тема, Бугатти тема, пацаны. Ну оставлять ее зачем? У меня такая же черная есть. Итак. Вот. Сейчас, конечно же, 124. Ну хотя бы Бугатти ликвидная машина. Сюда. Не, бля, Дима. Дай. Че делаем? Пиздец, ты что гонишь? Да дай, ну это моя же, это ж по-человечески. В натуре, бля? Ну дай. Или давай, знаешь, как сделаем? Я заберу. 15-200 нет, продать нет. Тебе вертолет отдам, забирай, вертолет тебе отдам. Ты что гонишь, блядь? Открыл Димону, блядь, по-человечески, блядь. Там М5, сколько, за 50 ее можешь продать сейчас, да, еще? Нет, уже нельзя, она стоит там 40 миллионов, я продавал одну. А, ну 40 хотя бы, ну. В порту за 15 можно было продать. Ну все, это мое, дай. Ну сейчас-то я тебе не отдам, я дальше буду открывать. А я что буду делать? Я ебу, что ты будешь делать, я не знаю, хочешь, иди успевай, продавай на авторынке, приезжай сюда, доигрывай игру, блядь, нашу битву контейнеров. А что мне продать? Пойду почку продам. М5КС едь продавай. Это я не продам, или продам. А как, это мне надо тебе передать ее сначала? Да все, блядь. Или я у тебя могу ее за 25 купить. Прямо сейчас. Давай. А как, блядь, и чё? Не, все, давай я тебе отдам, блядь, BMW, еще делать мне нехуй.
Так то есть, да как? Здесь по факту я просто открыл контейнер, просто тебе отдал 25 лямов. По факту это так получится. А машина, машина твоя, машину не жалко, машина твоя, реально договорились. Да, машина моя. А, ну ты мне как бы должен 12,5 за открытие конта вернуть. Ну, ты мне, получается, ну 25 и получается, блядь. Ну да. Ты нахрен, блядь, забирай BMW. Я тут просру, блядь, и в итоге ни BMW, ничего, на одном вертолете обоссанному. А так ты хоть на BMW и на вертолете, давай нормально, блядь, по-человечески вот. Так, вот там есть китайский и один дубайский. Слушай, ну, бля, по факту мне занесло вообще жестко. Это очень охренительная серия Bugatti и M5 CS за два подряд, причем выпадение. Да, ребята, я уже выбил себе M5 CS, как бы, хоть не своими руками, но не, не своими я... деньгами, я тебе так скажу. Не своими деньгами даже. Да, и не своей клавиатурой. Да ты грёбаный, я ненавижу Е124 Mercedes. Нет, в жизни она, конечно, классная. Нет, в жизни сойдёт, да. Он меня достал, он три раза просто мне выпал. Я шутил вначале. Сильнар, блядь, пишут. Нет Бокстер такой машины. Выпадет, ребята, мы поставим. Выпало еще хуже. Лучше Бокстер выпал. Да у него голос, как будто, я не знаю, бабушка какая-то со мной снимает. Да я как будто бомж из коробки вылез, знаешь. Чисто. Ты как будто фрайс. Фрай. Да Лансер, да ну пошел ты в жопу. Да что это такое? Ну вот, вот, это я понимаю, 8 лямов, вот это уже похоже на правду, блядь. Мне не хватает. Там дубайские соседи забрали? Забрали, блядь. На китайский не хватает. А! Как ну не что хватает? Вы сих дайте мне! Ты вообще конкретно сгорел тут. Пацаны, ну я просто хочу открыть китайский, но вот надо это сделать, пацаны. В любом случае, Субару не ждет, пацаны. Субару, оно уже вот здесь. Давай, откройся. Может, тебе чего пойдет? Что? Я сейчас чихну. Сильно. 18 лямов поставил, что делать? Я съебываю! Как отменить? Как отменить? Ситуация по съебу. 5 минут, блядь, подожду, пацаны, блядь, могу. Все. Могу все, тебе все. Продать BMW, кстати, прямо сейчас. На ваших глазах победитель забирает, блядь, свой замечательный просто автомобиль. Так, сколько вы не хотите продать? 5000. У меня 525. Я на входе. 525? Блин. 521 у меня. 521? Иди сюда. Иду. Так на входе. Так я иду, я ж прошел. Мне как не нравится, когда ставлю такую цену, мне пишут, кидай, блядь. Ну тогда. Я подошел. Так, все. Игрик, жми. Оп. Забирай. Все, я купил. Моя. Сними ее с продажи. Так, а это что получается? Я в этой рубрике проиграл. Так еще из BMW M5 CS ушел. Ебаный, я охуел вообще. Ты, блядь, это в плюсе. Иди нахуй, блядь. Заебись так бы всем проигрывать. Какой-то, блядь, вертолет обоссан, я сам его купить могу. Охуенно, блядь. Ну ладно, у меня его нет, но как бы... Как он мне всрался этот вертолет, блядь. Ты мог просто это не играть со мной на вертолет, а пойти его и купить на эти деньги. Да не, ну блядь, ну как так, типа, я ожидал, что, знаешь, типа, тебе какой-нибудь Ягуар выпадет. Баланс, подожди, у тебя баланс какой-то. У меня 32, я в плюсе тоже. Так ты в плюсе, я в плюсе, вообще сегодня серия крутая. Крутая, но мы пойдем дальше открывать конты, кулдаун уже скоро пройдет. Я вижу два китайских контейнера. Я что, дубайских нету, что ли? Вообще нету. Тогда я лечу на Китай, китайский контейнер открывать. 2 222 000, это ты, что ли, ставишь? Да, я 2 миллиона ставлю, короче, ребята, снял с банка последний. Братик, отдай, я с Димоном соревнуюсь, бля, пожалуйста. У нас с Димоном сейчас челлендж. Челлендж. 2 300. Сейчас пойду Димона заберу в таком случае. Скин, да нет, такой не продается скин. Сейчас мы вот по китайскому откроем, посмотрим, кому что лучше выпадет. Я уговаривать людей умею, Дима, понимаешь? А ты подходишь, блядь, просто, блядь. Я вот, блядь, объяснил нахуй, вот. Женщина-медведь, блядь. Чисто русский супергерой, блядь. Че тебе выпало? Абу Шелби. Абу Шелби? Да, ну мне выпало, сейчас скажу, что. Тебе что? Ничего пока. Мне тоже ничего пока. 2 секунды, 1. Открываю. Мерс. Мерс. За 2 400 продать в порту. Я выпало. В плюсе. На 100 тысяч. Бибика. Бибика? Да. На туре, блядь. Да. Там хорошо. Еще один китайский сзади, не? Заберу. Дубайский, забираю, пацаны. Тут еще один дубайский. Не, я сейчас этот заберу, у меня на том вообще какая-то жесть получилась. Я забираю этот, пацаны, потому что он, я прям бежал, и он прям передо мной появился, пацаны, это значит знак какой-то судьбы, прям, знаешь, он мне, типа, братик, вот я для тебя, там внутри меня лежит самая дорогая машина, которая может выпасть когда-либо. А какая самая дорогая, подожди. Дима, какая самая дорогая тачка, которая может выпасть из конта? SL, этот SL 100, который лямов стоит, такой старый, Mercedes. Ну, этот старый, 300 SL. Да, он 100 лямов, у него ГОСКО. Вот это самое быть. Дорогое, что может выпасть, да? Угу. Да, больше дороже ничего нет. Например, как вот эта, да, машина? Да ты достал! Да как ты это делаешь? Два Бугатти, блядь!
Два Бугатти? У тебя сколько денег? Ты сейчас на балансе? Ну бля, ну я ебал что-то. Я опять у чела попросил, опять Бугатти забрал. Так это, ты понимаешь, что это? Ты можешь и вертолет купить. Это тебе вот карма вернулась, что ты мне это помог, доброе. Помог. Вот да, отбил бабки нахуй. Отбил бабки. Отбил бабки печь. Бабка перешла дорогу не на тот свет, а попала. А попала на. Ну блять. Нахуй ты анекдот спиздил. Какой выезжаем? Я выезжаю на него. Я с прошлого в минус ушел, я сразу 2500 ставлю. Давай. То есть, блядь, не надо было, да, походу? Тогда. Блядь. Просто 700 тысяч, пацаны, оставил. Я думал, он уже там поставил 2. Я сразу, чтобы Дима не жил лесенкой, 2500 зарядил. А этот даже ничего не ставил. Просто меня раздраконил. Бля, ну я надеюсь, там хотя бы, как минимум, там Lexus, как максимум Subaru. Точнее, как минимум Subaru. Китайский контейнер. Subaru, 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 раз, два, три. Subaru, Subaru, ко мне сюда иди. Хуяно просто. Мне Kia Rio выпало. На туре? Да. О, мне Lexus, кстати, окупной нормально за 7 лямов. А почему он 5 стоит? Kia Rio 124 Мерс вообще. Прямо завод или немного поношенный, есть разница, типа, блядь? Два Дубая, отлично, забираю один. Два Дубая и один китайский, который я буду до Талова торговать. До Талова? Тарань до Талова, Дима, там три Субару стоит, как вы видите, три Субару. Чел, вывели три Субару сегодня, да? Ладно, две. Нет, один человек выбил сразу две Субару, чтобы ты понимал. Выбил. Один? Две Субару выбил? Да, одну с утра, одну. Блядь, мы вдвоем ни одну не можем, он две одну, блядь. Да, что, блядь? Мы одну на двоих не можем, он один на одного, как понимаешь? Да какой на двоих, блядь, это на весь сервер, наверное. На весь проект. Да не, их очень много, типа, они уже в цене потеряли. Очень ну сильно. Да, ну конечно, столько, блядь, контейнеров всем падает, блядь, кроме нас. В общем, контейнеры... Бля, там что-то квадратное, слышь? Принеси мне, пожалуйста, Субару. У меня что-то... Ай, бля, я думал, Хаммер. Ладно, я в окупе, заебись. Ну, я думал, там Хаммер, там было квадратное прямо. Чё орёшь? Оставить себе, наверное. Лексус, подожди, стой, он там 25 стоит минимум. 14 он стоит. Не-не-не, за 25 продаю. Дима, он редкий, блядь, я его продал, мне написали, я еблан в комментариях, что что я жестко объебался тем, что я его... 25-30 его спокойно можно продавать. Вот, так у него ГОСКа какая? У него ГОСКа там... ГОСКа 15, но он только в контактах, говорят, падает, не? Нет, он продается. Продается? Я знаю, что он продается, как бы, да, но... Да нет, ты уверен, что он продается? У него ГОСКа 2 миллиона, 20 лямов. Да, я помню, он продается. 9 секунд, тут Олег открывает. Ну все равно... Порно Олег открывает, смотрите. Порно Олег открывает. Ну да. Так, это... Чел, он Волгу дрочит. Так, ну-ка. О, неплохо, Порно Олегу повезло. Я даже сегодня купился с контейнера, получается, это я вообще молодец. Ой, чё, Олегу повезло. А ты чё не продал в порту, дубайский бы ебанул? Дубайский бы ебанул. Пиздец, ты заебал, забирают и забирают всё. Ты чё, умный, что ли, поумнел? Это что за карбонара, блядь? Блядь, 8, ну нормально. Выпало. Ещё один. Что-то квадратное, да, там? Большое. Урус? Ну, Урус, я вряд ли думаю, что окупается, он 8 лямов, да, стоит копейки. Еще один, давай, и все, ласт. Нормально, нормальная тема, пацаны, нормальная тема, открывай, быстро, 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 быстро. Быстро открывай, что там типа... Быстро, говно какое-то, ебано. Слепая Mazda. Сколько, сколько, сколько это стоит? Почему Alt не нажимается? Eat your... О, забирай, братанчик, и у тебя Lexus, и у меня Lexus будет. Поехали. Поехали. Ну-ка, слышь, давай, ну-ка, Lexus. Давай. Давай, 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 прыгай, посмотрим, что это вообще такое, тонер. В смысле тонер? Кто такой тонер? Ауто, мануал, спорт, норм, вет. Что-то он не едет. Хреново разгоняется, вообще не едет, да. Бля, мама, блядь, красавцы, блядь. Нафига он дрифтит как? Ой, ля, ты. Кого дрифтит, не разбейся, блядь. Мы, короче, пацаны, сейчас едем на авторынок высокого класса. Чтобы парковать вертолет. Чтобы парковать вертолет, передавать, продавать вертолет, короче, пытаться. Через нотарку мы не можем, потому что мы... Это слишком умные люди делают. Слишком умные люди. Мы хотим через авторынок, да, паркануть вертолет. Загнать его на авторынок в натуре. Тихо, тихо, тихо. Цой, чуть не случился. Да что ты? В смысле, ты не по полю поехал? Сори. Че, навигатор проложил маршрут. Солнце же засветило. Видал, я по полю поехал, реально солнышко засветило. Это баг на солнышко. Баг на солнышко, блин. Бля, у тебя уши чистишь вообще, нет? Почему? Грязные. У кого уши? У тебя. Почему? Ухо грязное. Не ухо, ухо, горло, нос, бля. Че пиздишь? Бля, ну панель говно, панель говно, панель говно, все говно, карбон говно. Так это тачка для трека, ёпты. Для какого трека, блядь? Барбариков, блядь? Ха, знаю я для какого трека.
Если ты не гей, ты на лайк нажми скорее. Бля, варпачится не бы этот нахуй Теслы тут. Сука, колхозник ёбаный. Салон еще розовый, что ли? Так, ребята, теперь нам необходимо доставить вертолет. Вот сюда, он пролезет вообще. Бля! Давай, аккуратно. Давай, сейчас попробую. Аккуратно, пытаемся продать вертолет, залететь на авторынок. О, за 3000 вообще выставлю. А чё он? Воздушный транспорт нельзя продавать на авторынке. Твою мать. Тогда полетели в этот... Стой, меня-то, бля! А чё, ты сам не доедешь? Ты нахуел, охуел, что ли? Ну ладно. Ну, нормальная вертушка, чё сказать. А, прыгаем с парашюта? Короче, слабо в дверь залететь с нотариусу? Я попытаюсь ща. А я тебе эджекнул, ты сам выпрыгнул? Я сам выпрыгнул, да. Я по эти эджект прописываю, я хотел тебя просто выкинуть. Бля, а чё он так летит медленно? А где припарковаться? Ебать, а чё так медленно летит? Кто? Он дозирован, наверное, потому что... Я попытаюсь на дверь улететь прямо на парашюте. Я, короче, всю полосу перегородил, типа, нормально. Прям так пойду. Сука, мне потом все штрафы придут, бля. Реально, а чё будет? Смотри, 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 знаешь, вот этот видос, где парашютист в дверь летает? Да-да-да, давай, давай, давай. О, летит. Уяри. Попал? Не-не-не, куда стреляешь, бля, не стреляй, заебал. Я не попадаю. Ой, у тебя хп нету. А ты... Че, прикинь, он приземлится и умрет. То, что он не попал. А, не нормально. Нашел, погнали. Бля, кепка твоя на мою наделась голову. Че, эксченж? Мы эти прописывали. А, 200к тысяч это время. Да, согласен. Выбрать предмет. Транспорт. Робинсон. Ёпта. Короче. Так. Деньги. 20 клямов, да, деньги. Доплата. 5000. Хуя ты захотел, блядь. Короче, готов к обмену. Совершить обмен. Соверши. Все, я вертолет забрал, блядь. Мой вертолет теперь. 150к, ну все, лети теперь. А сколько у тебя денег? Давай посчитаем. Я в плюсе на 6... Подожди, 20. Ну, где-то лямов 40, наверное, в плюсе, точно. Ну, КСК 40, наверное, стоит Lexus. У него ГОСКа 20, но продать его можно за миллионов, я думаю, 15. Ты хочешь сказать, наверное, ты больше в плюсе, чем я, да, в этой серии, блядь? Ну, получается, нет, 25 миллионов отнять от скольки? От 55. Это получается, ну, 30 лямов где-то в плюсе. Ты куда бежишь? А, блин, слышишь, я же вертолет тебе еще отдал. Он 20 лямов стоит. Получается, я в 10 миллионов только в плюсе. И то как-то грива, знаешь, через жопу в плюсе. Вот так вот. Ай, блядь, умер. До свидания всем.